РБК Уфа. Региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Добрый день. Частным предприятиям Башкортостана настоятельно рекомендуют перейти на удаленный режим работы. Для государственного же сектора перевод сотрудников на удаленку обязателен. Такое заявление сделал глава республики Ради Хабиров. С сегодняшнего дня жители Башкортостана вновь начнут штрафовать за несоблюдение масочного режима в общественных местах. Контролировать ношение средств индивидуальной защиты будут межведомственные группы, созданные в каждом муниципалитете республики. Глава региона поручил ежедневно предоставлять ему информацию о проведенных рейдах и составленных протоколах. Я никого, и главам обращаюсь, не призываю там людей штрафовать, чтобы они платили деньги, но люди должны понимать, что если они повторно так носят, если не слышат, если проявляют агрессию, жестко штрафовать, и, соответственно, человек понимал. А в ходе беседы надо просто человека подводить к тому, чтобы он все-таки взял маску и одел. Продолжает работу в республике программа антиковидных инспекторов. В нее заявилось около 31 тысячи человек. Более половины из них прошли специализированные курсы, разработанные медицинским университетом. В задачи инспекторов входят контроль соблюдения социальной дистанции, дезинфекции помещений и других санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях региона. Совершенствование системы ТКО «Башкортостан» обсудили на совещании в правительстве региона. Его провел премьер-министр Андрей Назаров. В частности, речь шла о качестве выполнения работ по вывозу мусора и соответствии действительности фотоотчетов. На данный момент средняя собираемость платы за услугу по обращению с ТКО по республике составляет 83,7%. Работа в этом направлении продолжается. Поднимался и вопрос о сроках замены железных контейнеров в городах и районах республики на евроконтейнеры до конца 2021 года. 33 муниципалитета уже представили необходимую информацию. Замена контейнеров связана с необходимостью обновления специального автопарка для транспортировки коммунальных отходов. На следующем совещании уже готовьте в том числе график работы в новогодние дни, новогодние каникулы и все, что с этим связано, чтобы у нас в момент праздничных дней нигде никаких сложностей с вывозом не возникло. Напомним, внедрение автоматизированной системы вывоза мусора ТКО «Башкортостан» с контейнерных площадок – это одно из мероприятий так называемой мусорной реформы, которая стартовала в России 1 января 2019 года. Средства материнского капитала можно использовать для первоначального взноса при оформлении так называемой сельской ипотеки. Условия программы расширили власти страны. Такого запрета не было и раньше, однако банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте. Теперь право на использование маткапитала закрепили документально. Кроме того, согласно постановлению, гражданам теперь не обязательно обладать правом собственности на землю, чтобы взять кредит на строительство дома. Достаточно будет договора аренды. Напомню, программа «Сельская ипотека» заработала с начала этого года. По данным регионального управления Росреестра, за 8 месяцев в Башкортостане зарегистрировано свыше 1200 сделок по оформлению кредита с льготной ставкой. На дорогах Башкортостана в 2020 году установили 685 знаков и 877 указателей для туристской навигации. На эти цели направили более 37 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Госкомтуризма Салават Нафиков. На дорогах регионального значения появилось 420 знаков в 36 городах и районах. На дорогах муниципального значения 265 знаков в 32 муниципалитетах региона. Больше всего их установлено в Белорецком и Салаватском районах по 42 информационных знака. В Уфе 15. Госкомитета начата работа по разработке проектно-сметной документации по дополнительной установке 362 туристических знаков, 149 знаков на дорогах регионального значения, 188 знаков на дорогах муниципального значения, 25 туристических знаков на дорогах федерального значения. Там, где проходят маршруты иностранных туристов, надписи сделаны на русском и английском языках. На дорогах местного значения название планируется писать и на башкирском языке. Всего планируется установить до 1500 указателей направления. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с нами.